Программа «Старшее поколение» направлена на улучшение качества жизни пожилых граждан, повышение степени их социальной защищенности и активное долголетие. На ее реализацию из областного бюджета в этом году будет направлено более 936 миллионов рублей. С целью выявления нуждаемости в социальной помощи проведено обследование почти 9 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 100% участников и инвалидов войны. По результатам обследования различные виды социальной помощи получили более 1800 человек. Одно из приоритетных направлений программы – укрепление здоровья пожилых граждан. В областном госпитале для ветеранов войн в этом году прошли лечение более 3000 человек. За бесплатной лекарственной помощью обратились почти 16 тысяч граждан пожилого возраста. Отпущено лекарственных препаратов на сумму более 48 миллионов рублей. Во всех организациях соцобслуживания действуют факультеты информационных технологий. Ежегодно здесь проходят обучение компьютерной грамотности порядка 500 человек. В 25 организациях социального обслуживания реализуется технология «Социальный туризм», которая направлена на повышение социального и психологического статуса пожилых людей, расширение круга знаний, связанных с историей родного края. Ежегодно социальным туризмом охвачено более 2000 пенсионеров. В регионе развивается движение «Серебряное волонтерство». Пенсионеры участвуют в мероприятиях для молодежи, передавая им богатый жизненный опыт. В настоящее время серебряные волонтеры оказывают посильную помощь во всех муниципальных образованиях Курганской области. Получателями социальных услуг на дому являются более 14 тысяч пенсионеров. Различными инновационными технологиями воспользовались 44 тысячи пожилых людей. В области функционируют 25 пунктов проката технических средств реабилитации и пункт продажи технических средств, которыми в текущем году воспользовались уже 724 человека. Работа на самом деле по всем направлениям ведется, но до конца года все показатели нужно однозначно выполнить. Николай Волков, Владислав Базылев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру».